Привет, дорогие друзья, с вами Воблер, и это у нас игра Ravenfield. Сегодня у нас на повестке дня две новые пользовательские карты, которые мы сейчас вместе с вами и рассмотрим. Ну, я надеюсь, что вы уже узнали, что это за карта и с какой игры. То есть, можете написать в комментариях, ну а мы давайте сейчас ее более подробно рассмотрим. Карта же сама по себе небольшая, сверху у нее есть всего лишь две точки, одна наша, другая вражеская. И получается, что здесь нужно побеждать с помощью фрагов. То есть никакого захвата здесь не будет. Здесь очень большое скопление противников. Противники очень сильно стоят на своих точках респауна и не пропускают. Потому нужно... Парнишка, ты не в ту сторону смотришь. Враги сзади подойдут. Ты куда смотришь? Ладно, ребята, он просто стажер. Он сегодня первый раз в бою. Поэтому, а вот и враги, я их вижу. Я их вижу. Вот честно сказать, что я не играю в эту игру, с которой сейчас эта карта. Ну, ностальгия, блин, вообще. Сразу вспоминаю детство, как я рубился здесь. И более-менее побеждал, потому что сейчас я не очень играю в шутеры. Оба, наши уже здесь. Вы что, на захват прибежали, красавчики? О, да тут у нас замес. Давай в затылок. О-о-о-о. У меня есть, ребята, сейчас гранатомет. Давайте мы с него и шмальнем. Чувака. Нормально. Наши заходят. Вообще красавчики, вы посмотрите. Карта прикольно сделана. В принципе, здесь можно развлечься и поиграть. Но я вам скажу, что это не та карта, на которой можно реально там полчаса зависнуть. Здесь вот как-то побегаешь чуть-чуть и уже... надоедает она. Но в принципе она стоит внимания. Она стоит того, чтобы на ней поиграть и рассмотреть. Ох, сколько же вас здесь. Мы побеждаем по фрагам. У нас уже 36 человек убито, да? Мы убили, а у них всего лишь 16. Давайте мы сейчас. Да что же я попасть не могу. Красавчик, давайте мы сейчас наверх побежим, рассмотрим, как там. Ну, то есть, один в один карта, ребята. Один в один, вы сами понимаете. Тут и вот еще. О, да там все синее, вообще непонятно, где враги, где кто. Да. Кто-то даже с гранатомета шмальнул. Во, какие дерзкие у нас. Ой, с дробовика. А знаете, в чем прикол? Там, получается, синяя команда стала... на базе. И плюс еще и их не вот эти пятна синие. И просто не видно, где они стоят. Вы представляете? Так, давайте мы побежим в другую сторону. Тут наши тоже стоят на позиции. Смотрят в разные стороны. Куда вы смотрите? Че вы жопой танкуете? О! Что это? Аптечка? А что это такое? Пластыри в аптечке? Вы посмотрите. Реально пластыри, ребята. Это пластыри в аптечке. Я никогда не обращал внимания, что у них там лежит. Чисто пластырями ранили. Пластырь. Там что-то еще пластырь. Они бы туда еще подорожник положили. Прикладывать его к ранам. Вот, тут мы сейчас таки ворвемся. Опа! Тут у них, походу, ребята... Ой, я его не убил. Он упал. Упал. Так. Охрана у них стоит по периметру. Что ты тут выглядываешь? Ох-ох-ох-ох. Ранили, ранили, надо уходить быстренько и хилиться. Давай. Я вам скажу, что непривычно на этой карте видеть этих разноцветных человечков, красных и синих. Но, блин, это так прикольно смотрится. Давай, побежали. Чё вы тут стоите? Тут обычно бомбы закладываются, да? А, ты тут аптечку заложил, не бомбу. А мы можем как-то наверх запрыгнуть? Обычно тут прыгалось, да? Так, ну, нет, нету подъема. Не могу, не могу, давай, давай, давай. О, залез, залез я. Ничего себе, красавчик. Ого, сколько их там. Вот, смотрите. Они синие, их практически не видно. Они даже какие-то светло-синие. Светло-синие, ребята. Давайте мы по ним с гранатомета шмальнем. Где гранатомет? Вот, двоих сразу, на! Ага, они меня увидели, кто-то с дробовика мочит по мне, слушай. Меня снайпер может выцелить, реально снайпер может.
Огонь! А он что-то еще руками машет, говорит, пошли, пошли. А видели, чувак? Бежал, бежал, в стену врубился и упал. Вот сейчас встает вдалеке. Вот дает. Вот чувак смешной. А что, патроны закончились? А, перезарядиться надо. Удивительно, что они по мне не стреляют оттуда. Вот мы можем отсюда потихонечку настреливать и таким образом победить. Просто настреливать фраги. И даже взять снайперку. Мне кажется, со снайперки можно нормально вырабатывать. Там пару выстрелов, и чувак готов. Давай еще, еще давай. Бей! Все, ребята, мне надоело здесь прятаться. В принципе, карту вы увидели. Сейчас мы пойдем на новую карту. А также сейчас бешеный воблер побежит на них в атаке. А он мне аптечку кинул, нормально. Или он себе аптечку кидал? Я сейчас за углом спрячусь. Фу, главное не дышать. Они меня не видят. В голову приговорил. Они здесь, их очень много. У меня 30 патронов. В обойме. Опа, кто-то лег. Вот, он лег отдохнуть. Они меня не видят. Они меня не видят. Ребята, увидел, увидел. Блин, патронов нету. Ай-яй-яй, надо было быстро переключаться на пистолет. Да ладно, карта маленькая, мы ее увидели. Давайте сейчас мы перейдем быстренько в менюшку, выберем другую карту. Она тоже маленькая, но в принципе прикольная. Давайте мы сейчас глянем, где она у нас находится. Кстати, карта, которую только что мы рассматривали, вот как называется, ребята, вот она. Если что, ищите. А следующая у нас будет как-то... Это не так. Вот это. Да, такое большое и длинное название. Мы выбираем красную команду. И давайте поставим очень много ботов. Что вообще такой замес жесткий был. Давайте поставим 70 ботов на этой карте. Мне кажется, это... Она сама малюсенькая. Сейчас просто будем роиться. Вы посмотрите, как она выглядит. Здесь, в принципе, три точки. Одна центральная. Но здесь тоже довольно интересные замесы. Смотрите, сейчас респаунится наша команда. Вообще будем пачками бегать. Нереальными пачками. Здесь у нас, ребятки, все расположено очень близко друг к другу. Здесь какие-то, походу, как кафешки. Есть даже деревья, вы посмотрите. Непонятный подъем. Было бы прикольно, если бы можно было куда-то наверх забежать там. А что там находится? Смотрите, сзади. Туда можно залезть? Вот наша команда, смотрите. Здесь вообще зарубы жесткие происходят. Грузовик стоит припаркованный. Наши берут флаг. Ого, у синих. Смотрите, сколько синих. Пачками просто. Сюда подходишь, и все грены хотят бросить. Тоже прикольно. А, наш чувак туда. Как ты туда залез? Как он туда залез? Я тоже туда хочу. Там кусочек карты есть. Можно туда как-то зайти? А есть тут проход? Как он туда попал? Как туда залез? У нас здесь автобус стоит, ребята. Грузовик. Точка. Мы точку держим, да? Да, точку мы держим, мы крутые. У нас все-таки две точки. И вот синие. Ну, синих очень... Там много на базе, где они респаунятся. Потому понятно, что мы базу захватили. Уже грену кинули. Грену кинули. Бух, все взрывается. О, меня подлечили. Мне патронов дали. Бах, что это было? Замесы просто жесткие на таких маленьких картах. Давай, вставай, вставай, че тебя корёжит, чувак. Вставай, давай. Сзади, как он назад? Откуда синие выходят? Они с гаража выходят? Что это за читеры? Где там проход? Я и руку вижу. Они еще наверху тоже стоят. Капец, они просто сзади заходят. Как это возможно? Офигеть. Я ухожу. Читер просто, смотрите. Засел. Как он застрял? Долбят нас гранатами, мы даже пройти не можем. Ладно, пацаны. Мы захватили. Садимся в машину. И едем. Сейчас я посмотрю, как выглядит база. Вы посмотрите, сколько их там. Давай быстро выберем. На, шмальнули по красоте. Наши уже почти захватывают, то есть мы их сможем захватить. Не, мы точку не сможем захватить, потому что их очень много. На! А, не прошла этот, в этот раз моя ракета между
Он меня не видит. Он меня не видит. Ребята, вы меня не видите. Смотрите, какие пачки просто здесь летают. Красная команда победила. Мы просто победили. Ай-яй-яй-яй. Он по мне. Я по нему. Ухожу, ухожу. Быстро виляю. Патронов нету. Патронов нету. На машину запрыгнул. Видели, что творилось? Это просто жесть. Давайте сами себе быстро аптечку кинем. Аптечка есть. Хорошо. Кто здесь? Гранаты, ребята, гранаты. Он такой помахал, говорит, здесь никого нету, пойдем через другой фланг. Я понял его, ребята. То, что он там махал рукой. Я расшифровал. А эти, смотрите, сквозь стену атакуют. Задолбали, блин, со стены нападать, а? И почему они все заходят только с одной стороны? О-о-о, вот это вас просто! Коси! Коси их всех! Ну что ж, дорогие друзья, такие вот сегодня две у нас карты пользовательские. Пишите, какая вам больше с этих двух понравилась. Но единственный, как бы первая карта у нас, да, ностальгия, можно там побегать, несколько минут повоевать. Но очень быстро на ней надоедает, потому что нету никакой техники. И, ну, просто ни флаги ты не захватываешь, просто стоишь и бьешь ботов, которые стоят на своем респауне. Эта карта чуть-чуть получше, потому что в плане игры здесь все-таки есть хоть одна точка, которую можно захватить. Но в то же время больше 5 минут вы на ней не поиграете. Это не те суперские огромные карты, на которых можно просто даже по полчаса играть и будет интересно. Но я думаю, что игроки игры Ravenfield понимают, о чем я говорю. А с вами сегодня был Воблер, оставайтесь на канале и скоро увидимся. Очень скоро. Пока.